Каждую пятницу в Римаше по программе «Дружный двор» проводится тематический день. Здесь уже был маскарад, к которому дети тщательно готовились. Был день любимой игрушки, день коллекции, где юные коллекционеры рассказывали и показывали свои собранные ценности. А в эту пятницу у нас будет русский народный дружный двор. Тогда все приходят в костюмах русских народных. У кого костюма нет, тот может принести блины, баранки, конфеты и музыкальные инструменты. Даже вожатый мог нарядиться в костюм. Мы будем играть в русские народные игры, русские народные движения, какие там были, будем показывать. Там матрешка, там разные игры, бояре игра. Будем танцевать танцы, ручеек играть. Мы приглашаем всех 20 июля в эту пятницу на русский народный дружный двор в поселок Римаш.